США хотят от Ирана уступок. Вот в чем проблема. Если бы они были согласны на диалог, нормальный диалог, то Хасан Рухани их полностью бы устроил. Хасан Рухани призывает к диалогу на основе взаимных компромиссов. США хочет, чтобы Иран остановил процесс до обогащения урана с 5 до 20%. На что может пойти Иран? На приостановку этого процесса. Вот компромисс. США сейчас ждут уступок, и именно поэтому вводятся новые санкции. И с этой точки зрения, США действительно делают основную ставку на односторонние, и с этой точки зрения, незаконные санкции. Потому что они, по сути, распространяют свое внутреннее законодательство на весь мир. Вот с этой точки зрения, это является незаконным. Да, они на это делают ставку. Почему? США могут сказать, ну как же, вот смотрите, Россия и Китай блокируют нас. Мы не можем это сделать со стороны, например, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но посмотрите, какие санкции вводятся там и какие вводятся США и со стороны их союзников. А это просто несоизмеримые санкции. Потому что Иран санкциями поставлен в такое положение, что как будто от того, что если, например, Иран не сделает как чего-либо, да, в этом случае мир как минимум перевернется. Вы знаете, столь глубоких и столь жестких санкций не вводили ни против кого. А спрашивается, а зачем? Ну, можно сказать, так получилось, да, США действительно боятся, да, но вы понимаете, мне кажется, здесь огромное количество причин, почему США себя так ведут. Но США делают сейчас ставку на односторонние санкции США, непосредственно свое государство, своих союзников, и США будут держаться этой линии до тех пор, пока они не поймут, на самом деле поймут, что это не работает. Но в Вашингтоне есть уверенность, что это сработает, и Иран пойдет на уступки. Я считаю, такая позиция является ошибочной. Конечно, санкции односторонние. Это может быть и рассмотрено как легитимные. Но когда они уже принимают такой характер, как они имеют место, то здесь возникает уже более широкий вопрос, и уже вступают в дело международно-правовые акты, которые касаются ответственности государства за поддержание мира, безопасности и так далее, и право народов на развитие. Санкции достигли такого уровня, когда они практически делают невозможными нормальную экономическую жизнь государства и выполнение нормальной функции социальной защиты и вообще нормальная экономическая жизнь в государстве. Вот здесь вот вопрос, я могу сказать точно, это не разработан. Вопрос не разработан, американские юристы работали. Тот, кто мог бы возразить, они начинают работать, они будут возражать. Это, так сказать, я знаю, очевидно. Но вообще возникает вопрос, а на основании чего предпринимаются такие санкции? И здесь я бы хотел сказать, что против Ирана существует презумпция виновности. То есть независимо от того, есть какая-либо угроза создание ядерного оружия в противоречии с обязательствами Ирана по договору о неприсоединении к ядерному оружию. Нету.